День знаний в Луге учащиеся встретили в обновленной школе номер 3. Это первое здание в 47-м регионе, которое было отремонтировано в рамках программы реновации. По сути, она предполагает полную реконструкцию школ. Фасад здания украшен изображением солнца, в классах и других помещениях проведена полная отделка. Заменены инженерные сети, закуплена новая мебель, полностью модернизировано школьное оборудование. Была приобретена самая современная мебель. Я хочу сказать, что мы даже школьные стенки заказывали по индивидуальному заказу. Поэтому школа получилась очень современной, красивой, отвечающей всем требованиям и как санитарным, так и в части образовательного процесса. В этом году программу реновации школ в Ленобласти увеличили в 2,5 раза. В правительстве уже заявили, что школы, которые вне очереди попадут в программу, будут определены в течение сентября.